Всем добрый день. Ну что, приехал наш корм, пополнение немножечко. Вот здесь, еще здесь. И вот такие вот подарочные упаковочки корма для наших выпускников. Вот такой вот подарочный корм. Такой упаковочки получает каждый наш выпускник. Да, каждый выпускник выходит из нашего дома с приданым, с подарочками, с рекомендациями. Естественно, все, что положено. И просто от души мы всегда даем нашим деткам. Так, у меня тут немножечко бардачок, не обращайте внимания. Мы заканчиваем стройку. И вот такие вот красивые, хорошие подарочки каждому нашему малышу. Даже уже открыла корм. Только привезли, уже к нам прибежали бездомные, да, дворовые. Вот так вот, да, сразу насыпала и котикам, и собачки. Ну, что делать? Всем хочется покушать, почему бы и нет. Вот так вот, да. Сейчас поубираю все. Малыши мои, все мальчишки, девчонки гуляют. Вот там, вон там, вон там, вон там. Жара у нас 30-градусная в тени, поэтому вот немножечко гуляем здесь, там на поляне вообще жуткая жара, поэтому с малышами сегодня шоколадиками вышли и зашли обратно домой. Вот Кивюшенька идет, ему прям жарко, жарко, да. Воду я здесь поналивала, и они вот это вот ходят. Здесь пока что все гуляют, и все равно вот в тенечке. Красавчик Морис, да, зайчик, да, ушко опять упало. Вчера стояла, сегодня опять упала. Ну, ничего. Мой золотой мальчик, вот такой прекрасный мальчик в поиске мамочек-папочек. Так, все, буду убираться, буду прятать корма, буду здесь немножко приводить в порядочек вот эти все коробочки. В общем, пошла работать. Здесь тенечки, пока можно работать. Ну, жара у нас, конечно, еще, да. Цветочки купила, надо пересадить, вот такие красивенькую петунью, пахнет она очень. Все, друзья, побежала работать. Всем хорошего дня, хорошего настроения, летнего, прекрасного, солнечного настроения. Пока-пока.